14 декабря свершилось большое событие на нашем приходе. На Свято-Николаевской церкви был установлен купол на центральной части. Купола выполнены по новейшим технологиям из нитрит титана. Изготовлены они были в городе Трехгорном, Челябинской области. Также ремонтные работы ведутся внутри храма. Все ремонтно-реставрационные работы, которые ведутся сейчас в Николаевском храме, направлены на то, чтобы придать зданию первоначальный облик, восстановить все утраченные конструкции, восстановить тот алтарь в том размере и том виде, который он был ранее. Также должны быть восстановлены все декоративные узоры на храме, в том числе и купола все. Среди всех работ также запланированы работы по росписи как первого, так и второго этажа, но сроки пока еще не установлены. По словам секретаря Шадринской епархии, после окончания работ храм станет красивым и величественным. А установка еще одного купола запланирована на ближайшее время. На Николаевском храме предусмотрены исторически три купола, и еще три маленьких куполочка будут венчать вход в сам храм.